Полное обслуживание велосипеда Stealth Navigator 510. Здесь мы полностью перебрали обе втулки, то что были втулки изношенные, протянули рулевую, настроили тормоза и переключатели, подрегулировали каретку, поменяли сопревшие камеры и ободные ленты. Все это настроили, все это отрегулировали, и все это теперь будет очень хорошо работать. И по цене, вот вроде бы, да, ничего не изменилось, а по цене тут почти 3000 получилось, потому что очень много работы именно со смазочными материалами. То есть даже неожиданно, что так недешево и небюджетно все это вышло. Поправили петух. В общем, все такие вот работы мелкие, которые нужны и важны для этого велосипеда. Хотя внешне, видите, и трансмиссия не поменялась, ничего такого не поменялось, а вот работа тут на целых 3000, и все это внутри осуществилось. Так что вот так. Так что следите за тем, чтобы велосипед ездил чистым, и тогда будет стоимость не очень большая. Если велосипед будет кататься очень долго, это велосипед около 10 лет, то, соответственно, вот, стоимость работ будет достаточно большая, потому что надо все перебирать, менять там заднюю ось. Задняя ось была кривая, подшипники, конуса и так далее. То есть все это внутри, снаружи это не видно, а вот стоимость работы достаточно высокая.